Вооруженные силы Украины устроили засаду и уничтожили десантников оккупационной российской армии. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как боец украинской армии чеченской национальности утверждает, что такова будет участь всех оккупантов. Представляем вам эти кадры. Как я говорил, как наш, на нашу землю придет меча, брат, потом уже меча и брат. Иншаллах. Доблестный русский десант. Валим. Магазинчик заберу.